Эйша, не надо, прошу тебя. Нам надо встретиться и поговорить. Много ошибок в последнее время. И с моей стороны тоже. Не знаю, в какую яму можно угодить с этим Джингизом. Юсуфбей спросил у меня, но я решил поинтересоваться вашим мнением. Скажем, мы уладили это дело, что будет потом? Нам понадобится одно и то же. Отдайте нам Изели. Кенан, ты меня слушаешь? Нет, не слушай, Юсуф. Это твои проблемы. Не доверяй Джингизу. Воюй с Неджипом и уничтожь Эзеля. Кая, пойдем, мне надо поговорить с тобой. Кенан, что ты делаешь? Приди в себя. Я ухожу. Надо сказать кое-что одному человеку, и я ухожу. У меня к тебе просьба. Возьми кого-нибудь из ребят, но обязательно поезжай сам. Конечно, господин. Куда? Смотри, смотри, может, удастся разоблачить. Что с тобой? Кто тебе перебежал дорогу? Да вот, все вожусь с этим упрямцем. Дядя сказал убедить Изеля. Да ну. Союз Изеля и дяди распался? А ты прости, конечно, брат Али, но тебе его не удастся убедить. Тэфо! Так и есть, я знаю, что говорю. Они играют как отец с ребенком. Если кто-то встанет между ними, Эзель взбесится, а дядя инвалид. Да ладно тебе, инвалид. Нет, выслушай меня. Вести дела с дядей сложно. Его голова работает по-другому. Если он прогонит тебя, Эзель ничего не сделает. Ему плевать на тебя. Что ты будешь делать? Все? На этом твой гнев иссяк? Да? Собрался жениться на этой шпионке? Брат Али. Тот, кто предал однажды, предаст снова, Тэфо. А потом снова. А потом снова и снова. Только посмотри на него. Он снова что-то сказал Тэфику и расстроил его. И что ты в нем нашла? Сколько раз будешь вытирать? Все, исчезни отсюда. Смойся! Не знаю. Ты любишь его? Главное, что чувствует он. Даже не знаю. Он везде с тобой. Но он сказал... Он что-то сказал. Нет, вообще-то не он сказал, а Эзель. Чтобы защитить ее, он сказал... Он не разговаривает со мной. Не знаю. В общем, у меня в голове путаница. Как хорошо, что вы сюда заглянули. А вы неправильно поняли, Алибей. Я пришел сюда по другой причине. И по какой же причине? Что тебе надо?
Не нарывайся, понял? И вы снова неправильно меня поняли. Я пришел, чтобы кое-что передать Азат Ханым, Алибей. Ладно, Али. Ты до сих пор не понял? Я сама за себя постою. Мне не нужны защитники. Нет. Это письмо не вам, маленькая госпожа. Кинанбей просил передать это Сельми Ханым. Моей маме?